Дорогие друзья, уважаемые коллеги, сегодня исполняется 175 лет с момента основания Русского географического общества. Это старейшая общественная организация в стране. Императорское русское географическое общество, географическое общество РСФСР, географическое общество СССР и, наконец, русское географическое общество. Несмотря на все перипетии, которые были в нашей стране, это единственная общественная организация, которая ни на день не прекращала свою работу. Мы знаем славную большую историю русского географического общества. Это экспедиции, это просветительская деятельность, это работа по распространению знаний о нашей стране, о нашей родине. С 1954 года на базе нашего университета работает Ставропольское региональное отделение Русского географического общества, которое основал выдающийся наш российский советский географ-краевед Владимир Георгиевич Гниловской. В нашем обществе работают выдающиеся люди. Я назову несколько имен. Это лауреат медали имени Пржевальского Русского географического общества, почетный член РГО профессор Виктор Александрович Шальнев. Это почетный член Русского географического общества Виталий Семенович Белозеров. В копилке нашего отделения много интересных дел и побед. Я назову только одну из них. Это премия Русского географического общества «Хрустальный компас» за этнический атлас Ставропольского края. В нашем обществе, в нашем отделении, Ставропольском региональном отделении Русского географического общества, очень активно развивается молодежное движение, движение школьников. Совместно с экоцентром человека имени Гниловского школьники, увлеченные географией, принимают участие во многих мероприятиях, в том числе в специальных сменах Русского географического общества в Орленке. Недавно флаг нашего отделения Русского географического общества побывал на полюсе. В этом юбилейном году для нас произошло знаменательное событие. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров возглавил и сформировал попечительский совет Ставропольского регионального отделения Русского географического общества. И я думаю, что это событие придаст новый импульс в работе нашего отделения, и впереди нас ждет много славных дел. Впервые в этом году, 18 августа, по указу президента, мы отмечаем День географа. Я хочу поздравить всех людей, которые увлекаются географией, причастны к географии, с этим знаменательным праздником. И, конечно, хочу поздравить своих коллег по университету, поскольку штаб-квартира нашего отделения и костяк Ставропольского отделения Русского географического общества находятся здесь, в Северокавказском федеральном университете. С праздником, с Днем географа, со 175-летием Русского географического общества.